Настен, я люблю тебя. В общем, на такой пиздец я пойду только ради тебя, и все. Просто ради себя даже не пойду на такой пиздец, который сейчас произошел. Вот, смотри. Жизнь, Никита, не умею приближать. Делаем ставку, господа, завяжет ли Никита или нет. Да нет, красиво. Прыгнул. Они аккуратненько приходят через крапиву, блядь. Сильно дубровку? Да, сильно дубровку. Никит идет по краешку, очкует. Держится, аккуратненько идет. Есть, был крик. Кажись, он того обделался. Никит, ну ёбану наоборот. Пока все, кто прыгали, молча прыгали, только Никит. Ну все, прыгнул, спускайся, блядь. Давай себе елки пошибай еще, Никит. Ты же можешь. Никит, ну... Вообще, сколько по времени занимаешь? Поднимите, прыгайте. Перчатки дадите? Ну, конечно, конечно. Ник, ну как ощущения? Я вкатался. Молодец. Как я люблю землю. Все, Никит? А что, Игорь? Что, Игорь? Я, кажется, обосрался. Это, знаешь, такое ощущение... Ну да, это всем интересно, что обосрался. Такое ощущение, как будто вот идешь по ступенькам, и тут нет ступеньки одной, и вот такое... И такой длинно так тянется, а потом ты снова вверх, и снова так еще одна ступенька длинно так... Душа прям в жопу протягивается, страшно. Ну, все понятно, можешь попу развернуться, показать свою... Смотри, как она коричневая. Да, Никита, все даже свисло. Ну ладно. Пришло время переодевать трусы, да? Да. Все, конец репортажа, да? Все, пока, всем. Ник сиганул все-таки, блядь, с крыши.